В Билибино прошла встреча главы района Евгения Сафонова с представителями научно-производственного объединения «Импульс». На ней стороны обсудили вопрос проведения высокоскоростного интернета на территорию 3 городов региона. Сюжет наших коллег из билибинской студии телевидения. В администрации Билибинского муниципального района 10 февраля состоялась встреча главы Евгения Сафонова с представителями научно-производственного объединения «Импульс» по вопросу проведения высокоскоростного интернета на территории не только нашего района, но и городов Певек и Анадырь. На данном этапе представители организации «Импульс» проводят экспедиционно-исследовательские работы, изучают местность, оценивают предстоящую реализацию столь долгожданного проекта для всего региона. Мы в регион зашли по приглашению правительства региона. Вот, сейчас мы изучаем, по какой технологии строить, каким образом, определяемся по географии, по рельефу, по техническим возможностям, по обеспечению электроэнергии, как оно будет делаться. Вот. И это долгий проект, будет первый этап оперативно запустить, ну и дальше, соответственно, все потихоньку опутывать волоконно-оптическими линиями. Вечером того же дня состоялась видеоконференция с представителями департамента Чукотского автономного округа, на котором оценивались риски со стороны службы лесохраны. Данные работы требуют определенного вмешательства в нетронутую природу. Между представителями компании «Импульс» и департаментом округа было заключено некоторое соглашение о скорейшем предоставлении эскизов и планов работ по установке ВОЛС и радиорелейных вышек. Исполняющая компания назначила сроки подготовки и предоставления всей необходимой документации до 10 марта текущего года. Отметим, что научно-производственное объединение «Импульс» более 20 лет является независимым оператором связи. Путешественников, вот, и, соответственно, готовы оказать содействие, ответить на имеющиеся вопросы. Дарья Михайлова, Максим Вылка, «Вести», Чукотка, Билибино.